Всем привет! Вы на канале «Иммиграция в Польшу» и смотрите новости Польши. Сегодня в выпуске речь пойдет об именах. Меня, например, зовут Василий. Приехав в Польшу, мы познакомились с многими поляками, у которых были необычные для нас имена. Конечно, есть имена в Польше, которые идентичны, то есть являются полным эквивалентом, а есть имена, которые заменяют. Например, Николай в Польше – это Миколай. Ну а сегодня тема видео – это самые популярные польские имена 2019 года. И кому это интересно, давайте смотреть дальше. В Польше, согласно закону, нельзя выбирать смешное имя. Кроме того, имя должно также указывать пол ребенка. Если не соблюдать эти правила, глава ЗАГСа, в котором вы хотите зарегистрировать ребенка, может отклонить ваш выбор имени. А что касается регистрации рождений, самый простой способ сделать это, конечно, через интернет. В 2019 году родители 45 тысяч детей воспользовались этой возможностью. А это значит, что о каждом 10-м ребенке, родившемся в прошлом году в Польше, сообщили в онлайн-режиме в УЖОНД. Значит, всего было рождено 450 тысяч. Ну и печально, что умерло в Польше больше. Ну давайте не будем о плохом. Итак, какие имена были самые популярные? Это Зузана и Антони. Именно так чаще всего называли новорожденных в Польше в 2019 году. Какие еще имена были популярными? Девочек называли Юля, Зофия, Майя, Ханна, Лена, Алиция, Мария, Оливия и Амелия. Ну а 10 лучших имен для сыновей были Антони. В 2019 году родители назвали 8550 мальчиков. Дальше следует Ян, Якуб, Александр, Шимон, Франчишек, Филипп, Миколай, Войтек и Адам. Напиши в комменте, как тебя зовут. Ну и еще одна новость. Сейчас все говорят о коронавирусе. Есть ли проблемы в Польше? Из-за эпидемиологической ситуации в китайской провинции Хубэй, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил эвакуировать граждан своей страны. Благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами, поляки направились во Францию, а после уже вылетели на военных самолетах во Вроцлав. Из них нет ни одного человека, который бы подозревался в инфекционном заболевании, но все равно все проходят обследование. Это были все польские новости. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, поставьте лайк. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Всем милого дня!